В этом году в Академии танца Бориса Эйфмана будет больше учеников, чем обычно. Открываются новые специальности – художник по гриму и светорежиссер. У нас достаточно камерные группы при приеме на эти новые специальности. Скажем, мы принимаем 14 гримеров и 12 осветителей. И в отличие от студентов многих других профессиональных образовательных учреждений, наши студенты уже с первого курса будут получать практику здесь, на этой сцене учебного театра. Перед тем, как открыть набор на эти специальности, Академии была проведена достаточно большая аналитическая работа. В балете очень важно правильно подчеркнуть пропорции лица, потому что очень часто юные девушки, балерины очень худенькие, у них округлость лица юношеская. И это нужно с этим бороться, к сожалению. То есть мы очень сильно подчеркиваем скулы, увеличиваем глаза, как бы растаскивая их широко, чтобы глаз был большой, за счет этого щеки становятся визуально меньше. Делать пластику, делать постижерные изделия, бороды, усы, парики, лысины, отливать там всякие уши, носы. Не было с такой подробной программой, с таким объемным, длительным обучением.